Всем привет, дамы и господа! С вами Неломоп, мы играем Genshin Impact, и наша сегодняшняя цель — добраться к новому персонажу. Нам нужно встретиться с Лизой у входа в храм. Что-то бежать, слетать. По дороге туда мы будем, возможно, с кем-то сражаться. Мы уже все храмы пооткрывали, вернее, повскрывали, поуничтожали всех возможных существ. Нам нужно сейчас вот туда добраться. Тут у нас есть круг, который, как я помнится мне, был телепортом определенным. Или это даже не портал, это место, которое у нас откроет часть карты, если я не ошибаюсь. Мы сейчас это с вами дело проверим. Так, тут кто-то стоит на дороге, какой-то лисенок. Лисенок. А, это какой-то заяц. Ну, не будем его трогать. Пускай живет. Так, это что такое летает? Исследование. Исследование? А ну, стоять. Ты летишь. А ну, стой. Куда он тянет? Камень. Что это за камень? Оу! Богатый сундук. Берем. Платок целителя, превосходная руда, копье новичка, чайничек целителя. Это ловушка была. Так, второй. Я помню, как с ним бороться. Бам, попал. Поджог. Горит, горит, горит. Не смей тут нас тут дурачить. Так, хорошо. К этому надо подойти, памятнику его активировать. Что это? Еще один. Какой-то камень. Что-то разлетается. Подойдем к нему. А что за камень? Это штука похожа на затвердевший ветер, накопившая большое количество энергии. Поднимем там какую-то... Следуй за мной, остальное я расскажу тебе потом. О, следуй за мной, я ведь не вижу, куда идти. Я вижу тут два водяных существа, которых я могу заморозить, в принципе, уничтожить третьего левела. Бам. Бам. И сюда. Бум. Замораживание. Бам. Кули. И забрать чуть-чуть ресурс. Ладно, бежим к этому памятнику. Сейчас заценим, что он мне даст. Камень. Здоровенный. Но это как будто бы... Вот там что-то на дереве. Семи архонтов. Давай сделаем подношение. Интересно, что произойдет. Какое еще подношение? Что я должен сделать? Поговорить? Статуя в семи... Этот мир открыт для тех, чье сердце исполнено благородством. Пам! Кусок мира для меня открыли. Долина ветров. Ну, нехило. Ущелье Дадаупа. Тут еще какая-то штука, памятник какой-то. Какое-то здание. Здесь пещера. Тут что у нас? Чекпоинт, который мною не активирован, кстати, был. Возможно, я должен был вот так пойти через берег и его активировать. Но упустил момент. Плохо, наверное. Ладно. Надо будет как-то... Может, добежать туда все же мне? Активирована новая точка телепортации. Статуя семи архонтов. Так, поклониться статуе. Давайте поклонимся. Выносливать, поклониться статуе, подношение. В наличии одна такая штучка. Награда статуи, выносливость, опыт приключений, камень x80, умножение, камень источника, печать. Давайте, ну, сделаем. Подношение статуи. Так, это что, в руках сейчас будет эта сфера крутиться? Сундук дадут мне, наверное. Или что дадут? А что это за... Подожди, не понял, что за дырка была? Так, это, по идее, мне должны все дать. Уровень 2, поклон статуи. Чего? Архонта. Анимо Архонта. Это мне все сейчас уже получено. Рассказывают, что ласточки выклевывают глаза у статуи и пришли по всему континенту. На самом деле, у статуи никогда не было глаз. Так, мы можем отдалиться. Те, у кого есть глаз бога, могут совершать подношение статуям семи архонтов и получать благословение. Понял. У тебя нет глаза бога. Возможно, что и это правило нашего мира неприменимо к тебе. Продолжай подносить статуям анимакул, и тогда ты получишь благословение семерых. Понял, у меня больше нечего отдать, я так понял. Статуя. Благословение статуи. Так, доступно. Благословение доступно. Допустим, ну, и что нажать надо? 60, 70, 80. На кого-то персонажа нажать? И на него сейчас благословение дам.
доступно, а HP 100%. Ну, в запасе. В запасе. А как это? Нажмите на портрет персонажа, чтобы восстановить его ХП. А, типа хилит. Понял. Статуя, которая может ХПшку тебе восстановить. До меня дошло. А тут что-то сверху на дереве блестело, я видел. Пробуем. R. Ничего не попадаю. Может, залезть надо на дерево? Во время прицеливания нельзя. Понял. Попробую залезть. Там что-то есть на дереве, я вижу явно. Вот тут еще какие-то вот штуки летающие, птички. Так, лезем на дерево. Ой, а что так медленно ползет? Энергия заканчивается. Он что, свалится, когда энергия закончится? Он очень слабо как-то по деревьям у меня лазит. Но вон там что-то явно на ветке есть. Неужели свалится, когда... Можно хотя бы на ветку на эту? Давай. Оп, есть, я на ветке. Что-то ты нашел? Гнездо, яйца. Я яйца ворую. Не очень хороший поступок. Ползем дальше. Энергия реально заканчивается, когда ты... Я на самую высокую часть дерева закарабкался. И что там что-то еще блестело, я явно видел. Как мне теперь тут... А, вот оно. Еще какая-то аура. Нет! Вы видели, там что-то было. А, птичка какая-то. Так, птичка невеличка. Так, энергия восстановлена. Ползем туда на ту ветку. Я хочу это заполучить. Хотя у меня персонаж очень медленно лазит. Я надеюсь, что в будущем дадут мне какого-то персонажа, который более шустрый. Так. Который будет уметь. Так, энергия восстанавливается тут. Оп, цепляйся. Подпрыгиваю, думаю, что он может быть там повыше зацепанется у меня. Ну-ка, на ветку. Там что-то есть, там что-то моргает какая-то. Это еще одна аура вот эта, что ли? Что это, этот шар? Они так постоянно будут спрятаны, видимо. Так, я по входу на ветке. Могу отцепляться? Ого, а, он так может делать? Как отцепиться? Как отцепиться от этого? О, вот, X там была, кнопка какая-то. Подожди-ка, я нашел. О, получено анемокул. О, то, что мне надо для того, чтобы статую получить. А тут еще какая-то птичка, он летает. Это бабочка летает. Лови ее. Я ее словил? Ядро кристальной бабочки поглощает элементарную энергию из воздуха. Кристальное ядро. Ничего себе. Что, еще одно поклонение сделать? Попробую сейчас. А может, не надо? Я даже не знаю. Поклонение статуе. Награды. Опыт приключений. Камень... Я могу подношение. В наличии один. Анимакул. Я его нашел. Опыт приключений. Камень источник. Печаль. Ну, давай сделаем подношение еще одно. Все? Мне должны были дать полно предметов. Или оно далось, или не далось. Проверяем. О, у меня ноль. Должны были дать мне все эти штуки. По идее. Но я не вижу, чтобы оно у меня появлялось. Вам дали то, вам дали это. Не знаю, может, я какую-то глупость сделал. Без понятия. Так, куда нам двигаться надо? Увидите, цветок подобрал? Ну, показывает мне, что вот вы подобрали такой тут цветочек. Так, там какой-то сундук и... О, еще какие-то вот эти вот летающие существа. Ставлю ли я его? Иди сюда. Куда у меня? Куда? К сундуку куда-то ведет меня, походу. Так, а что там было? Мокрый, что? Куда оно улетело? А, увижу. А я хоть правильно бегу? Ой, наверх надо залезть как-то. Да, на эту штуку? Могу. Я могу прыжками залазить. Ай... И там еще один этот вот... Как его дополнить? Я помню, как его получать. Так. Прыжком. Прыжком и полетом. Так, сундук. Там сундук мне открыли. А здесь вот... Летим. Есть еще один. Оу, у нас дружочек появился. Попробуем. Ауч. Я не попал. Он очень сильный. Он надо... Надо дождем его валить, наверное. Ой, пузыри запускает еще. Фриз. Бам. Во время фриза я могу... 7-й левел, вообще-то. Кью. Есть кью. У меня ледяные... Вокруг меня бульбашки летают теперь. Ой, я этого долго я дамажу, конечно. Ледяные бульбашки. С этими персонажами только так. Так, я могу еще пойти сделать взнос.
Так, ой, там какие-то тупой меч, там что-то кубки всякие разные. Это что такое? Разрушить надо? Что это за... Не разрушается. Повязка искателя приключений. Нужно это все, наверное, себя одевать? Мне некогда это примерять все. Узнавать, что из них лучше, что из них хуже. Мне надо сейчас добраться вообще-то в точку для миссии выполнения. А я тут наверх закарабкаюсь вообще. Мне нужно вон туда где-то к храму. О, ух ты, камни. Это же для крафта надо будет. Обломки. Тут тоже можно, видите, камни насобирать эти. Железо. Это ресурс драгоценный, насколько я понимаю. Хотя, подождите-ка, мне пока что в нем нет надобности. Надо будет, я буду его фармить. Пока что... Ой! Я нарвался, кажется. Оу! Это реально было неприятно. Так, поджег его ветром. На, туда. Что-то выпало с этого чудика. Ну как-то их оббежать. О, ты тут. Ветровая атака отбрасывает назад, понял? Еще, ну и удары сами откидывает, неплохо. И добьем его. Обломок выпал с него. Что, да подеремся уже с ними? Они наверняка что-то защищают. Ой, бульбашки третьего левела. Нам нужно дождь активировать. Так, мокрый дождь. Так, есть контакт. Есть, дождь, они более уязвимы теперь. Ты, тут стрелок, меня не заморозь там, короче. О, пузырь. Я. Я. Заморозить его. Тач, ты. Один удар. С ним попадало всякой фигни. А, понял. Добьем тебя с лука. Или нет? Бам. Все, кажется. Всех уничтожал. Теперь надо там зафармить этот ящик. Сундук. Где он там был? Сундучок нас интересует. Слизь. Так, исцелитель, приключения. Опыт дали мне всякие разные. Так, что это такое? Почему? Это подъем вверх, это же вихрь. Это то, что летать мне дает, по идее, возможность. Оп. Так, куда мне нужно двигаться теперь? О, вот туда. Понял, туда и полетим. Это же новая пещера, которая мне нужна, да? Там что-то сияет, тут есть... Это аисты. Искры среди страниц. Поговорите с Лизой. Идем, с Лизой беседовать. Сейчас. Только... Не-не, дерево нам не нужно. Икс спрыгнуть. Это что такое? Какой-то одуванчик. Почему я его срезать не могу? Ну ладно, зря к нему бежал. Так, поговорите с какой-то там Лизой. Ага, это волшебница. Понял. Давай. Привет, милашка. Ты поможешь мне? Как мило с твоей стороны. Обращайся ко мне, если тебе что-то понадобится. А в чем обычно занят библиотекарь? Это хороший вопрос. По большей части это не физический труд, но и не интеллектуальный труд. А какой тогда? Книги хранят они. Какой-какой? Они хранительницы книг. И выдают литературу. И хранят ее. Так, давай беседовать. О! Да его забрать. Там его охраняет какой-то бычара. Стоять. Убежал. Нельзя переключаться, понял. Так, как этот забрать штуку эту? А, вот так просто прыжком. Тут бык, я думал, сейчас будет защищать этот... Этот камушек. У меня уже их два. Мы можем их еще в статую запихнуть. Так. Карта. Меня интересовал момент. Мы активировали статую. А где она? Вот тут, да? По-моему. Или нет? Это та статуя, которую мы активировали. Через речку мы перешли. Точно, тут статуя. Значит, и здесь такая же статуя. Мы ее тоже можем прокачивать. Долина ветров. Озеро, звезды. И ХП, соответственно, там можем восстанавливать. Понял. Ладно, проходим миссию. Из-за нарушенного потока элементов я чувствую себя не очень хорошо. Давай восстановим исходное состояние храма, тогда мне станет чуть-чуть полегче. То есть мы сейчас будем за нее драться, по идее.
Так, мы сейчас узнаем, в чем ее плюсы, в чем минусы. Так, ух ты, ничего себе. Испытание, элементы, пар, спуск в храм Льва, рекомендую уровень 5. А почему здесь пар, элементы? Это все, что мы должны рассеивать, рассеивать тайное убежище отряда, уровень. А подождите-ка, может в каждой пещере есть еще определенные уровни? Рыцари Ордов Авониус должны сдержать разрушение, творимое ужасом бури, заручитесь помощью Лизы и не позвольте ужасу бури получить силы, хранящиеся в храме Льва. Спуск в храм Льва. Так мы уже в каком-то были в храме Льва уже в одном. Вот. А где она? Эти персонажи понятно. А где мой четвертый персонаж? Он потом появится, видимо. Когда мы освободим, она станет нашей помощницей. Значит, если в предыдущих храмах тоже есть несколько этапов, несколько уровней, то нам нужно обязательно вернуться будет обратно. Так, пока что я... Ага, вот она, Лиза. Лиза. Лизончик, Лизончик. Хорошее имя такое, Лиза. Приятно. Так, вот она. Шутки в сторону, говорит нам Лиза. В сторону, так в сторону. Так, мы за Лизу играем, нам дали ее. И я хочу сразу же нажать, наверное, на персонажа. Попробовать зайти и почитать про нее, про ее характеристики. Ленивый, но безгранично эрудированный библиотекарь Ордов Авониус. Лучшая выпускница Академии Сумеру за последние несколько веков. ХП, сила атаки, защита, мастерство, выносливость. Подробнее. Оружие. Книга какая-то у нее, оружие. Артефакты отсутствует. Замыкание цепи. Вот это мне интересно. Замыкание цепи. Первый ее скилл. Почему я не вижу ее описания никакого? А, вот слева. За каждое попадание долгими нажатием навыка пурпурная дуга Лиза восстанавливает 2 единицы энергии. Не более 10 единиц энергии за раз. Просто энергию восстанавливает. А второе, долгое нажатие навыка пурная дуга получает следующий эффект. Увеличивает защиту на 25, повышает устойчивость к передвижению так. Она типа бафы кидает, это типа как саппорт такой, да? Таланты. А, вот, подожди. Касание. Обычная атака. До 4 ударов молнии, наносящих электроурон. Заряженная атака, короткие заклинания, наносящие электроурон по площади, на которые тратится определенное количество выносливости. Атака в падении. Накопив энергию молнии, стремительно падает на землю, атакуя всех врагов на пути, приземлившись, наносит электроурон. В падении? В прыжке типа удар, да? Быстрое нажатие. Пурпурная дуга. Долгое нажатие. Заклинание вызывает с небес гром, который наносит электроурон окружающим врагам. Также наносит дополнительный урон в зависимости от количества закладываний, при этом снимая с них этот статус. Цвет настроения по пурпурной электро. Пускает самонаводящийся шар молнии, который при попадании наносит электроурон. Закладывает на противника в небольшом радиусе статус проводник. Может закладываться до 3 раз. Громовая... Гроза. Призывает громовую грозу, которая отталкивает окружающих врагов и наносит им электроурон в течение продолжительного времени, атакует окружающих врагов, нанося им электроурон. Красота этой грозы находится за гранью нашего понимания, так же, как и ее общие током шипы. Надо разбираться, ничего пока не не особо понятно. Энергия. Паймон, ты можешь перелететь на ту сторону? Не успел даже дочитать, что там. На потоке, давайте на потоке попробуем. Крылышки. Юбка, все под юбкой видно. Так, тут у нас чекпоинт есть. Врата активировались. Эту штуку активируем. Так, атаку проверяем. А. Бумц, понял. Вот так она работает. Сундучок. Монетки. Атака такая интересная. О, так, огненные. Leave it to me. Так, вот это короткие удары. Она что, телепортируется сама? Она исчезает иногда? Реально? Иммунитет. Бабах. Бабах. Не, ну мы их разбиваем. Короткий и длинный удар. В прыжке там что-то было еще удары. Надо протестировать, как она в прыжке дерется. Никого нет. Монумент электро. И пробую активировать его электроэнергией. Разойдитесь, сладенькие.
Так, элементальный навык Лизы можно использовать одиночным нажатием кнопки или зарядить удержанием кнопки. Полностью заряженный навык позволяет произвести атаку по области, нанося при этом сильный электрон. Типа сразу нескольких врагов можно бить. Да, понятно. О, сундук скрытый. Скрытый сундучок. Так, цветок, страница странника, мясо. Опа, ребята пришли. Бам-бам-бам. Пробуем и нажать кнопку. Баба! Ничего, такой удар по области у нее. Провалено? Что? В смысле провалено? Почему? Еще раз. Почему оно провалено? За 20 секунд победить всех надо. Ах. Понял. Прошел. Выполнено. О, уже и на время надо выполнять, уничтожить их противников. Ну, какие? Какие хитрые. Какие хитрые, мудрые. Какие-то задания уже на время мне дают. Так, там еще противники. 7-го левела. Накастуем. Ай, бьют. Давай. Не всех зарядил. Ах, не удается быстро. У меня Q есть. Сейчас гром включим. Может, мы его на следующий. Баба. Я гром активировал какой-то. По области не надо, по области. По одному. Так, когда дело доходит до важных врагов, мне нет равных. Так, сундук. Перья. Еще есть что-то. А, бочки. Бабах. Все бабахнул. Бабахнул. Так, какие-то морковки. Это же электричество было. Их там, по идее, куцало, по идее, когда я током бахал их. Так, у нас чекпоинт есть. Сундуки. Бум. Может быть, зря. Лиза, Лиза, Лиза. Давай, Лиза. Супер комбо. Так, и собрать все. Сундук. Куча всяких предметов. Мяса, всякого всячего. Все собираем. Все лутаем. Все пригодится. Так, это что такое? Ой! Попробуем. Немножко их... Это же проводник, типа. Ауч, ауч, ауч. Ауч, не попадаю. Боже, она очень неуклюжая. Не удается. Будем одиночной атакой. Бам, понял. А где у нее энергия все? Ой, 500. Очень долго кастует, очень долго кастует. Конечно. Бабах. Ауч. Конечно, кастует она долго это все дело. Надо бить их в воде, наверное. Она двойной прыжок не делает. Навыки уклонения от боя. Бум. Так, уходим, уходим, уходим. Так. Нет. Оп, аккуратненько, аккуратненько. У меня 200 хп осталось. Опа, побахнуло чуть-чуть. О, кто-то даже хорошенько зарядился. Оп. Chain lightning can be set off between electrocharged opponents. Понял, понял, понял. Фух, тяжело, это и тяжело играть. Очень тяжело мне было играть в ней. У меня 100 хп осталось, 167. Не знаю, следующие противники нужны. You wanna know about this gem? Драгоценный, чё. You're kidding. You're seriously asking? This is a vision. Глаз Бога. Он дает только избранным, чтобы направлять элементы. Говоря языком мистицизма, я думаю, что ты мог бы назвать ее волшебным там чем-то. Так, я активировал еще платформы, вижу. О, это мост прям какой-то. Вверх. А хп-то не восстанавливается? Ой. Just where exactly are you from? Глаз там какой-то появился. Ты что, хичурс? Чё там?
Ну, какая-то... I doubt it. After all, hilly trolls aren't exactly known for their smarts. Аналитический ум, она меня с кем-то сравнивает. And you, you'd more or less qualify to be a magister's apprentice. Так, тут будет драка. Никого пока не вижу. Что какой-то камень. Break it, and we can head home and relax. The thought of putting my feet up and relaxing has me all fired up. Сломать надо камень. О, испытание завершено. Так, вскрываем это дело. Получаем опыт. А почему мне не дали собрать все? Дракон Востока, Лев Юга, Волк Севера, Сокол Запада. И чё? Этот хранитель четырех ветров Монштанта, они подчиняются Барбатосу, Анемо Архонту, Двалин. Вот настоящее имя дракона. Двалин, как гнома. Он был драконом Востока задолго до того, как его стали называть ужасом бури. Теперь вы знаете, почему Двалин может полагаться только на три силы из четырех ветров. Три силы из четырех ветров. Свои собственные он уже исчерпал. Из-за ненависти, я думаю, он так себя ведет. Кому? Ненависти к Монштанту. Это ненависть — источник его зловещих сил. Именно она сделала его ужасом бури. Но почему один из смертельных четырех ветров ненавидит город, который он должен защищать? Я дитя Монштанта, мне очень сложно об этом говорить. Ты можешь прочесть это об этом здесь. Это случилось несколько веков назад. Так, мне что-то дали. Пункт получено. Камень, камень, камень. О, то, что я не подобрал. Бумага. Ну все, кажется, нам нужно заходить сюда, в этот портал. Фух, мы открыли еще одного, так понимаю, персонажа, свою команду. Очень такой сомнительный. Пока что, мне кажется, он самый слабенький. Я не думаю, что пещера была намного сложнее. Просто кажется, что он реально просто самый слабый. В плане боевки. Долго заряжается его эта вся атака. Если тут можно играть в пати с кем-то. Лиза, получен персонаж. 4 звезды. Тогда, если она сзади стоит и накастовывает, то это одно. О, наконец-то мы совсем закончили. Будем надеяться, что теперь поток стихий в Монштанте восстановлен. Вернемся к рыцарям Орда Фавониус. Но если ты придумал что-то поинтереснее, то, конечно, я пойду с тобой. Кстати, мы нашли еще один анимокул в одном из храмов Хранителей Четырех Ветров, да? Наверняка мы найдем еще. Смотри в оба, не забывай делать подношения статуям. Чужеземец, помнавший ветер. Здание выполнено. Горькие слезы, пролог, глава 2, доступна начиная с ранга. Так, существуют различные способы получить опыт приключений и повысить свой ранг приключений. Завершите задание, открывайте сундуки, выполняйте поручения из лицензии искателя приключений, восстанавливайте цветки артерии земли. Все очень, конечно, великолепно. Вы можете получить опыт приключений с помощью этих действий и повысить свой ранг приключений. По мере повышения ранга приключений вам будут открываться больше испытаний и возможностей. Рутинная работа, песочные часы, части. Существуют различные способы получить опыт приключений, повысить свой ранг приключений. Но это я же только что читал. Ну, я понял. Дважды мне это пришло. Испытание элемента. Чикс. Чтобы открыть меню заданий. Поговорите с Кейей. Вы... Так, а где она? Поговорите с Кейей. Камень источника. Открыть меню заданий. Давайте откроем. Так, тень над Монштантом. Требуя ранг 10 приключений. Благополучная... Благодаря вашим страданиям элементарные потоки Монштанта вернулись в норму. Пора вернуться в город и доложить Джин о ваших успехах. Данное здание откроется на 10 ранге приключений. Знак вопроса. Это мы уже с вами читали. Ранг. Где мне посмотреть свой ранг? Добро пожаловать в гильдию Искатель Приключений. Катерина из гильдии Искатель Приключений отправила вам приглашение. Отслеживать. Так, карта меня сейчас интересует. Мы можем сейчас сделать телепортацию прямо в город, по идее. Правильно я понимаю? Точка телепортации. Давай, телепорт. Поговорим с ней, узнаем. В принципе, у нас 20 минут, 29 минут ролик идет. Мы сейчас побеседуем и будем с вами на сегодня завершать. К сожалению, наверное, потому что интересно играть. Что-то открывать новых персонажей. Но... ранг приключений 7. Понял. Так, где-то я, вот видите, могу его... Где-то еще ранг...
Артефакты. Что тут за кубок? У меня таких несколько есть. Кувшины. Искать приключений. Один предмет увеличивает максимальный хп на 1000 единиц. Увеличивает получаемое лечение на 20. Давайте оденем кубок этот. Это что такое? Цветки какие-то. Надеть цветок. Ноль. Две звездочки. Одел. Цветок одет у меня. Наверное, так надо. А я же только что... Жди, кубок я взял и цветок взял. А персонажи? А что у персонажа? Миломоб. Озвучили. День рождения. Звездный путник. Созвездие. Так, что-то я хотел посмотреть. История озвучивания. Это что такое? Где его? А, уровень 8. А, где-то можно было смотреть его именно... Именно его... Вот тут можно... Там типа достижение было, что-то в этом роде. А где это было все? Это не то. Вот тут может? Нет, тоже не то. Ну где-то же я помню, было такое меню, что там можно было смотреть свой ранг этих вот. Всякие, может в Escape если нажать? О, вот здесь где-то было. Наверное, где-то тут было. Ранг приключений 7. Опыт приключений. Надо качать, короче, левел. Достижение. Чудеса света. Галочка стоит. О, мне тут какие-то со всей душой отнеслись там к чему-то. Древний драгоценный кристалл обычный мир истощает без надежды там какой-то вселенной. Нажмите, чтобы получить. Вот это все пополучать, видимо. Так, назад. Что-то, может быть, я должен тут еще что-то захватить себе. О, тут объявление. Подробности. Так, ну все. Наверное. А подожди, а что там было еще вот здесь? Почему тут знак восклицания у меня вот здесь? Что это такое? Изменить дату рождения. Месяц, день. Ну-ка потом поставлю, поставлю. Так, но сейчас мне нужно двигаться к знаку вопроса, да? А как мне туда? Have you heard? The storm terror crisis. Storm terror crisis. Did something terrible happen? Ага, все, вижу знак вопроса. Ой. Меня тут на еду что-то манят. Пахнет рыбацкими бутербродами. Запах идет из хорошего охотника. Толстые ломтики мягкого тостового хлеба. Слегка поджаренный лук тает во рту. Нет больше сил терпеть. Я не могу больше терпеть. Давай же скорее закажем рыбацких бутербродов в хорошем охотнике. Ты угощаешь, конечно. Ты смотри, какая. Какая вкуснотища. В хорошем охотнике продают отличные рыбацкие сэндвичи. Как ни странно, жареные муцутаки – это традиционное манштатское блюдо. Все знают, как его готовить. Тоже можешь пробовать, если у тебя есть все ингредиенты. Ты думаешь, получится ли у тебя готовить лучше, чем в хорошем охотнике? Я радостью готова попробовать твою стряпню. Не подводи меня. Да с ней хотя бы побеседовать, наверное, так меня заманивает. Сара, добро пожаловать в ресторан «Хороший охотник». Чем могу быть полезна? Так, возможность еду на вынос. Насчет ужаса бури. Увы, с появлением ужаса бури люди ходят по ресторанам не в настроении. Дела идут хуже. Даже наши постоянные посетители попали духом. Но ничего необычного в этом нет. Я надеюсь только, что все эти бедствия скоро кончатся. Понятно. Еще побеседовать хотела. О чем-то сам... Хочу кое-что что-то спросить. Да, я вас слушаю. Что за хороший охотник? В последнее время интересного. Сейчас как раз приходит дегустация салата. Пожалуйста, возьми. Если понравится, я буду рада видеть тебя снова. О, опа, салат намутил. Я салат на шару получил. У-у-у. Так, можно еду на вынос? Пожалуйста, вот меню. Вот. Яичница по-тайвански. 5 из 5. 100 хп восстановит мне. У меня денег, в принципе, много. Давайте купим одну. Яичница по-тайвански. Так, мука, рыбацкий бутерброд. О, она что-то про рыбацкий... О, 1000, ничего себе, 100 единиц. Ой, найти готовка. 1000 мне жалко отдавать. Варенье. Короче, тут всякой всячины полно. Рецепт мятное же, требует ранг приключений. Чтобы самому готовить, надо ранг приключений себе. Понял. Ладно, бежим туда на миссию. Тихо, не толкайтесь. Не толкайтесь. Куда мне нужно было? На миссию. Ближе. А где эта миссия? Где-то здесь. Что-то я не вижу, чтобы она... Ой, кажется, эта девушка стойко машет тебе рукой.
гильдия Искателей приключений. Добро пожаловать в гильдию Искателей приключений. Мы давно присматриваемся к вам. Давно к нам присматриваетесь? Что мы такого натворили? О, нет, я совсем не это имела в виду. Я находить новых Искателей приключений — это моя работа. Я вижу в тебе Искателей приключений, равного по силе легендарным героям прошлого. Ага, я тоже это заметила. Неломоп и Паймон путешествуют вместе. За ними я как за каменной спиной. Однако для любого Искателя приключений нет ничего важнее опыта. Ведь ранг приключений можно повысить только с помощью опыта приключений. А я занимаюсь истражом свежеспеченных членов гильдии. Постой, это значит, что мы теперь официальные Искатели приключений? Не переживай, гильдия не собирает никаких взносов и не накладывает никаких обязательств на своих членов. Если вкратце, то в гильдии нет никаких минусов, только плюсы. С ростом ранга приключений вы будете получать награды от гильдии. Этот подарок новым членам гильдии получите и распишитесь. Награда ранга приключений. Так, что за награда? Ранг приключений — это все. О, собрать награды. Получено 1000, 10 тысяч монет, опыт странника. Вот это я все. А можно сразу все получить? Мне какие-то дают вон еду, книги, чтобы я прокачивать мог себе еще опыт, да? А я когда прокачиваю себе ранг приключений, он у меня собрать награды. 7-й, вот, дальше мне нет. Понял. То у меня сразу всем персонажам он качается. Вот теперь позвольте мне официально поздравить вас с вступлением в гильдию Искателей приключений. Вот ваша лицензия Искателей приключений. Для чего нужна лицензия? Принятие нового члена гильдии — это важное событие, нужно соблюсти все формальности. В ней вы можете найти полезную информацию о наградах и заданиях. А еще это доказывает доказательство вашего членства в гильдии. Ох, чуть не забыла. В какой-то момент вы можете почувствовать, что застряли на определенном ранге приключений. Так, когда это произойдет, вам придется сделать что-то выдающееся, чтобы заслужить признание гильдии. Выдающееся? А можно поточнее? Определенные задания позволяют вам повысить свой ранг приключений. Считайте это своего рода тестом на повышение квалификации. Но сейчас вам не о чем беспокоиться. Необходимость заработать признание гильдии появится, когда у вас будет достаточно опыта приключений. На сегодня это все. До скорых встреч. К звездам и к безднам. Вперед, Искатели приключений. Так, окей, задание выполнено. Перо мне дали опять еще одно. Мы можем эти всякие лишние приметы потом где-то продавать, я так подозреваю. Так, у меня есть вот такая книжечка тут сверху появилась. О, посетите статуи семи в долине ветров. Получить. Есть. Активируйте 3 точки телепортации. Получить. Найдите 15 разновидных повсюду сундукрович. Нашел. Повесите статую архонта в Монштанте до 2 уровня. Повесил. Статую семи архонтов посетите. Все сделано мной. Получить еще что-то. Еще все там. Глава 2. Так, ага. Активируйте 6 точек телепортации. Есть. Приготовьте 5 блюд. Есть. Экипируйте персонажа 4 артефактами. Есть. Я вообще-то... О, ранг приключения уже 8. Цветки артерии земли. Эти растения... Ну чё ж так быстро-то? Так, поговорите с Эмбер. Лети, как ветер, поговорите с Эмбер. Клевер везунчика. А что тут еще в книге можно было хорошего? Глава 2. В процессе. Найти 30 разбросанных повсюду сокровищ. Одолейте Криомага бездны. Я с таким не сражался. Улучшите одно оружие до 10 уровня. Тоже интересная штука. Глава 2 у меня. Так, если мы сейчас карту откроем. С кем мне советовали испытание элементы? А с кем мне там нужно было побеседовать? Это была миссия на букву J, кажется. Так. Мерзкая разведка. Поговорите с Катериной. Гильдия Искателей приключений. Да я же с ней побеседовал. Отслеживать. Я же с ней только что беседовал. Давайте еще раз. Привет, участник. Надеюсь, твои приключения подходят гладко. Довольно гладко. Это обязательно, на самом деле, я слежу за твоими успехами. Не сомневаюсь, что если ты будешь продолжать в этом же духе, однажды обязательно станешь выдающимся Искателем приключений. Что касается других мероприятий гильдии, я хотел бы поделиться с тобой некоторыми разведданными, если тебе интересно. Новое приключение есть? По твоему тону, можно сказать, что ты уже хорошо знакома с принципами работы нашей гильдии. Однако в этот раз у меня нет для тебя новых поручений, я всего лишь хочу поделиться с тобой некоторыми разведданными. Это разведданные о драконьем хребте, Снежной горе, недалеко от Монштанта.
У подножия горы гильдии уже разбит лагерь и разместила в нем некоторое количество искателей приключений. Я отметила это место на твоей карте. По прибытии отыщи искательницу приключений и по имени Юйся. Она ведет тебя в курс дела. Вот и все. Счастливые приключения тебе к звездам и к бездам. Звездам и к бездам. Так, появилось у нас какое-то все-таки задание. Гильдия... Так, Монштанте. Сюда зайдем. Так, это чеку, пролог, глава вторая, задание, задание для легенд. Ой, боже, столько всего. Задание мира. Почему оно мне все равно тут отображается? Поговорите с Юайся. Как это там, ну, короче, с новой женщиной побеседовать. И у меня тут какие-то... А, она вот здесь меня ждет. Испытание или... Ой, ну мы можем телепортироваться. Ой, я тут не активировал, тут можем телепортироваться. Короче, полно всяких заданий у меня появилось, кучу всего всяких. Надо со всем этим всем разбираться и понемножку выполнять. Но это уже будет уже в следующей серии, может, 40 минут. Затянул. Затянул. Но мне было интересно, надеюсь, вам тоже. Увидимся в следующем видеоролике. С вами был Ниломоп. Мы играли в Genshin Impact. И у меня уже есть 4 персонажа. Все, всем пока-пока.